Сегодня в магазине мной был замечен вот такой необычный фрукт, называется личи. Я уже слышала о нем и решила сегодня его приобрести и попробовать. Он покрыт такой твердой кожурой сверху, а внутри находится очень сочная, сладкая, ароматная мякоть. Сейчас мы вскроем эту толстую кожуру, стараясь не повредить мякоть, потому что она сочная очень. И попробуем. Запах изумительный. Видите, сок течет вкусное, бесподобное. И внутри такая вот косточка большая довольно-таки находится. Трудно, конечно, описать вкус и аромат. Говорят, что он напоминает чайную розу с виноградными нотками. Наверное, так и есть. Очень вкусно. Есть сорта с очень мелкими косточками. Ну, до нас, наверное, они не доезжают. Личи называют еще китайская слива, глаз дракона, райский виноград. Это вечно зеленая. Красивое, густое дерево с округлой кроной, высотой от 10 до 20 метров. Живет в тропическом климате до 1000 лет. В период созревания плодов и в период цветения имеет потрясающий вид. Листья и ветви этого дерева клонятся к земле. Цветы крошечные, желто-зеленые. От цветения до созревания проходит 140 дней. Плоды сначала зеленые, затем становятся розовыми или красного цвета. Захотелось мне вырастить такое дерево. Вот я замочила семена, они проросли. Я хочу посадить их. Взяла вот такой торфяной субстрат. Небольшие стаканчики наполнила. Посмотрим. Первые два года дерево интенсивно растет, затем рост замедляется на несколько лет. Посмотрим. Вот довольно быстро прорастает семечко личи. Вот. Через неделю уже проклюнулись семена. Еще через неделю появился росток. И буквально через день-два он выпрямился. Видите? И стал очень быстро расти. Вот уже листочки появились. Интересно наблюдать. Сначала листочки, видите, красненькие. Потом они отрастают и начинают зеленеть. Это вполне нормально. Здесь стволик красненький. Дерево любит много солнца и влажность. Поэтому земля надо следить, чтобы не пересыхала, но и не заливать, чтобы оно не сгнило. На сегодняшний день у меня проросло несколько личи. Вот, в общем-то, все, которые посадила, и они и проросли. Не одновременно. Некоторые гораздо позже, чем на неделю. Ну вот, на сегодняшний день вот так выглядят. Все деревца разного размера и даже разное количество листьев у них. Видите, и даже форма листьев немножко отличается. Ну, посмотрим, как будет дальше. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, понравилось.